that those two form a very lethal partnership indeed. This, the first. Номер 18, 20 лет, Спартак. Впервые вообще в сборной команде Советского Союза сидит на чемпионате мира и сразу просит борьбу на чемпионате мира. Маратон обыгрывает сразу двух соперников. Удар издалека, Уваров ловит мяч. Активно действовал вышедший на замену Клаудио Каниджо. Запомните, уходит. Мягкая передача, ну вот удар. Я бы сказал, что это удар на публику скорее. Хулио Олтартико Эчео. Не сильно. Протасов и... И кто же там еще был? Не... По-моему, это был Шалимов. Шалимов. Он в хорошей позиции. Но вот кончилось тем, что не забивали мяч. Итак, 0-0. И угловой. Протасов бьет мяч. Летит рядом со штангой. Еще один. Неаполь, два теплохода. Тарашевченко. Еще одна возможность взять за ворот мяч. Кто-то из защитников задержал. И показывает Протасов и Кузнецов, что задержан мяч был рукой. Ну вот очередная, вот очередная. Ну что, что ж тут делать? Штрафный удар. Так давайте вспомним. Каниджа падает. Обе команды у Сироглио в штрафной площадке. Удар, мяч летит выше ворот. Немного, но выше. Ну что ж, красиво был, но не точно. И уже Добровольский бьет издалека. Ну вот... То самое, о чем я вам говорил, Добровольский тоже, и тут же Каниджа идет вперед. Опасная ситуация, мяч летит, не летит, а катится. Каниджа уже, по-моему, в третий раз падает в штрафной площадке. Да, действительно, борьба идет, мяч летел в верхний, дальний угол ворот, и хорошо выбрал позицию Уваров. Сейчас что он говорит, вы думаете? Он говорит о том, что стенка была мала, и она защитник. Заваров. Часто видят друг друга в матчах итальянцев. Марадона, Шалимов, Добровольский тут на всякий случай ударил. Так, гол! Педро Троглио. 1-0. Такое впечатление, что вроде бы ничего опасного не было. Мяч долго летел, и тут удар не сильный. Как важен этот матч. Конечно, наши тренеры тоже переживают, но многое зависит теперь не столько от тренеров, сколько от футболистов, которые получили задание. Аргентинцы чаще бьют по воротам. Можно бить, метров 17 до ворот. Промедлил, готовясь к удару Добровольский. И упал в ноги Добровольскому защитник. Олейников, Добровольский. Добровольский еще раз обыгрывает соперника. И что? И удар, нет, удара нет. Еще раз, Заваров бьет. Прекрасно играет Гойкович. Прекрасно, но это же настоящая комбинация. Это уже атака. И летящему мячу мяч не попал. Марадона и Олейников. После столкновений, после падений, все время арбитр неожиданно. Удар, прекрасно, вот и решение, вот и ответ на вопросы, как создавать острые ситуации. Один из немногих дальних ударов бил Владимир Бессон. Марадона, Олейников. И все-таки далее наши трое, наших было и плохо играют чемпионы мира, то я думаю, что особого облегчения этот... Аргентинцы выигрывают, и командники Игорь Шалимов, 18 номер. Другие. Каниджа убегает, пытается убежать от Бессонова. И сейчас Бессонова, Бессонов получит предупреждение. Красную карточку. Красную. И не переболшировали арбитр. Марадона. Нападение это будет обязательно. Еще и карточку. Ну, Хосе Серсуэлло. Все это в прошлом. Марадона. Больших достижений с игроками Каличенко и Яковенко. И тем не менее, вот игра продолжается.
1-0 в пользу сборной Аргентины. Попытка Протасова сейчас отыграть. Бьет, значит, попадает в стенку. Еще удар. Так и продолжается. Можно бить. Заваров бьет. И добить бы. Добить. Ну как же так? Ну сколько же можно не забивать? Добровольский бил. Добровольский бил. Который забьет этот мяч. И будет ли он забит? Красивый или некрасивый? Ну, пауза тоже будет длительной. Так, смотрим штрафной. Опять удар головой в сторону наших ворот. Мяч летит. Нет. Она уже под маркой сборной выступает. И чего? Или игру даже самой лучшей нашей клубной команды. И если, на мой взгляд, не дай бог. Товаров. То не точный удар, то во вратаря. Добровольский. Ошибка вратаря. Шалимов. Хорошая передача. Протасов. Нет, не удалось ему ударить. Ударил не сильно, да к тому же. Баручага. И великолепная передача в стартовую площадку. Промахивается Уваров, но тем не менее он напугал Каниджу. Тот испугался столкновений с Кремонезе. Это не случайно. Знаете, тут психологический момент. Ждет передачи Бузуальда. Марадона сбивают с ног. Сбивают с ног Заваров. Штрафной удар прямо просто. Один, другой бьет литовчика. Мяч подает. Защитник отскакивает. Удар. Гол. Наши игроки остановили, что будет свисток, фиксирующий нарушение правил. Нет. Не было нарушения правил. И, по-моему, Петро Строглев сделал передачу. А Баручага, чтобы выйти в следующий этап розыгрыша. Сейчас Баручага, значит, футболистам не удалось воспользоваться этой заменой. Немцов подошел в некоторое разумие. Мяч отбрасывается Литовченко. Тот бьет мяч. Конечно, входит в штрафную площадку. Перед ним Хидиатуллина пытается обыграть. Хидиатуллина пас назад. Не точно. И наши опять удачно играют наши защитники. И выход 1-1. Мяч идет в пустые ворота. Не попадает в начале. Хорошо сыграл потихоньку друг к другу. Марадона борется с Хидиатуллиным. Хидиатуллин аргентинцев, и каждая остановка побежает к победе, то тут все, говорится, правильно. Мяч к нему не попадет. Литовченко. Вот Лютый на площадке положение вне игры. Я думаю, что если бы Лютый вышел чуть раньше, минут на 20, может быть, в паре, то смотреть. Вот все время он дает либо вперед поле, либо...